Вальс композитора Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» признан самым красивым вальсом о любви в мире. В рейтинге музыкальных шедевров 20 века по решению ЮНЕСКО он занимает 4-ю строчку. Вальс, который всегда с удовольствием исполняют юные танцоры. Вы знаете, я этот фильм ни разу не смотрела, даже о нем не слышала. Мне было очень интересно посмотреть его, узнать что-то новое. Рекомендуюсь. Сергей Петрович Камышев. Мой друг граф Корнеев. Вот. Калидис. Полихроний Аркадьевич. Да. В фильме «Мой ласковый и нежный зверь» главную роль Оленьки Скворцовой исполнила 16-летняя студентка хореографического училища Галя Беляева. Когда режиссер искал актрису, то просил своих помощников найти девушку, чем-то напоминающую Татьяну Самойлову, Одри Хепберн и Людмилу Савельеву. Сегодня Галина Викторовна Беляева, актриса Московского академического театра имени Маяковского, пришла к ребятам в школу номер 1239. В рамках городского проекта «Московское кино в школе» у каждого ученика есть уникальная возможность посмотреть на большом экране школьного кинозала знаменитые фильмы золотой коллекции советского кино. И вот так, на расстоянии вытянутой руки, увидеть живую легенду. Вы знаете, я когда смотрю этот фильм... Ну, во-первых, я вспоминаю все, что было за кадром. Это моя жизнь, это часть моей жизни. И как уже человек профессиональный, я смотрю на себя, на ту девочку, которая была, не была актрисой, и понимаю, что, конечно, видно, что сырая. Сырая актриса еще. Ну вот у меня 4 детей, все разного возраста, и я еще и мачеха, потому что у меня есть дочка моего мужа от первого брака, которая тоже с нами жила. Вот. И я хочу сказать, что дети, конечно, они смотрели этот фильм. Я помню, вот Платон средний, он говорит: «Мам, я не хочу смотреть это кино, потому что тебя там убивают, я очень расстраиваюсь». Премьера картины «Мой ласковый и нежный зверь» состоялась в 1978 году на Каннском кинофестивале. В Советском Союзе только в 1979 году фильм посмотрели 26 миллионов зрителей. Это картина о любви и предательстве, о пороках и драме души. Мне очень понравилась неоднозначность главных героев, смена с положительной стороны на отрицательную. Все это очень понравилось, и в особенности игра главных актеров. Не надо гнаться за деньгами, лучше все-таки придерживаться своих каких-то внутренних чувств. Вот. И на самом деле мне понравилась актриса, мне интересна ее судьба, как неожиданно она повернулась. К главной героине я не скажу, что я отношусь к ней плохо, скорее нейтрально. То есть я могу дать какие-то аргументы за то, что она сделала. И могу также сказать, что это не так было. Чехов, он действительно... И это же не только в этом произведении. Вот посмотрите, все его пьесы, да, они же о том, что человек вот ведет праздную жизнь, он не знает, как, чем себя занять. Вот надо работать. Ой, поехали в Москву. Ой, вот это же все в его пьесах. Потому что люди страдают именно от безделия. Они не знают, чем себя занять.
«Мой ласковый и нежный зверь» венчает первый сезон проекта «Московское кино в школе». Каждый месяц в течение всего учебного года школьники смотрели и обсуждали известные советские фильмы. Соглашались или не соглашались с главными героями, погружались в эпоху своих родителей, бабушек, дедушек. Смеялись и плакали ровно на тех же сценах и в тех же местах, что и зрители 40 лет назад. А это значит, что понимать друг друга нам всем становится легче. Такие фильмы, они учат морали жизни, и порой этого даже не хватает нашим сверстникам, потому что часто можно увидеть, как кто-то бронится или еще что-то, а вот именно такие фильмы учат тому, чтобы этого не делать. Люди сильно не меняются, может меняется вокруг что-то, а они остаются такими же, и вот как раз эти фильмы показывают это. Потому что этот фильм могут даже быть сюжет не очень сложный, потому что мы любим боевики смотреть сейчас, современные. А там все очень просто. А просто это и есть жизнь, на самом деле. Но мне кажется, что счастье — это внутри человека. Потому что вот есть же такая фраза, да, хочешь быть счастливым — будь им. Просто будь. Не помеха, ничего. Вот счастье, оно внутри нас. И даже когда, вот, не знаю, будет ли это к месту сказать, у меня мамочка сейчас лежит с двумя инсультами, очень тяжелая. До этого год назад отец умер. И вот, как мой муж говорит, вот мы 4-5 подняли на ноги детей, теперь, значит, мы должны родителей досмотреть, а потом, а жить когда? То есть и я говорю, это и есть жизнь. Вообще наша задача каждого из нас быть счастливыми в этой жизни и стремиться к этому. А счастье это в первую очередь, мне кажется, это любовь. Чем больше мы подарим, тем больше к нам вернется. Понимаете?